Очень простая прическа, которую может сделать себе любая девочка. Значит, для этого мы все волосы собираем в хвост и делаем его асимметричным. Хвостик делим на 4 пряди. Каждую прядь делим еще на 2 и закручиваем по спиральке в одну сторону обе пряди. После того, как мы их закрутим, мы их переплетем между собой. Конец скрепляем силиконовой резиночкой. И так делаем все 4 пряди, чтобы получить 4 вот таких косички. Вот получилось 4 косички. Теперь нужно вытащить волосы и превратить каждую косичку в кружево. Вытаскивайте понемножечку. Чем мельче будет кружево, тем красивее будет. Теперь каждую прядочку укладываем вокруг головы и закалываем на невидимке. Девочки закалываем так, чтобы их не было видно. Поскольку сейчас в моде тенденция после вечеринки, то вот эти вот пушинки желательно не убирать. Так, здесь закрываем резиночку. Вкололи шпилечку. Теперь уже можно шпильками закреплять, которые будут упираться в невидимки. Ну и вот эту вот косичку мы пустим снизу. Буквально за 20 минут перед дискотекой можно соорудить такую прическу. Вот и последний штрих. Украсить ее красиво. Вот такими вот украшениями на спирали. Поскольку она у нас сама не очень объемная, и шпилька с украшением будет смотреться под углом. Поэтому я советую взять вот такие вот украшения на спиральке. Много не нужно, а только несколько. Ввинчиваем украшение поглубже, чтобы не потерять. Ну вот, как-то так.